решение о том, сносить дом на улице Карла Маркса в Магнитогорске, должны принимать сами жители этого дома. Конечно, есть мнение губернатора, есть выводы экспертов и есть еще куча рациональных или эмоциональных выводов в пользу того, что никакой опасности нет и жить в несчастном доме можно. Но жить в нем будет не губернатор, жить в этом доме будут не эксперты и не мы с вами. Это к вопросу о том, что петицию за снос подписали уже десятки тысяч человек. Но мы, сидя в своих крепких и счастливых домах, подписывать можем все, что угодно, и никто из нас в знак солидарности с магнитогорцами в этот взорванный дом по доброй воле не поедет. Поэтому в море абстрактных рассуждений есть судьбы и чувства десятков конкретных людей, чья жизнь реально разделилась на до и после. У них может быть обычный человеческий страх. Им ежедневно придется проходить по этому месту, где была арка и обвалившийся подъезд, где жили их соседи и друзья. Это каждый день будет напоминать им о трагедии. Но есть и чисто практические соображения. Экспертиза говорит, что дом безопасен. Но мы же знаем, как у нас проводятся экспертизы и не привыкли им доверять. Почти все, что в России обрушилось и сгорело, тоже проходило какие-то экспертизы. И что? С момента трагедии не прошло и 10 дней. Можно ли за это время провести действительно полномасштабную, скрупулезную экспертизу? Могут ли жители быть уверенными на 100%, что дом не пойдет трещинами, что в нем что-нибудь еще внезапно не отвалится? Но сейчас к ним приковано внимание всей страны, а через пару месяцев про них все забудут, и вот тогда ни про какое расселение и речи уже не зайдет. Наверняка есть среди жильцов дома и такие, кто ничего не боятся. Никуда с привычного места уезжать не хотят, и все их устраивает. Ради бога, их мнение тоже необходимо учесть. Хотят остаться, пусть остаются, тем более, когда губернаторы и эксперты уверены в безопасности строения. Но если человек хочет переехать, ему надо помочь. Понятно, что время сложное, деньги в стране внезапно закончились, но так или иначе граждане доверили властям свою безопасность и свои жизни, а власти эту безопасность не обеспечили. Был ли это теракт, был ли это взрыв газа, но людей не уберегли, а раз не уберегли, то помогайте им теперь наладить жизнь заново, на прежнем месте или в каком-то другом, но решающее слово должно быть за жителями дома, а мнение начальства и выводы экспертов – это уже справочная информация. Это была реплика.